Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, забираем еду. Ага. Задание выполнили сразу же по еде. Так, используя ускорение, это все сделаем чуть попозже. Давай-ка закажем опять хавчика. Так, потратить деньги мы сделали. Ну, как ты видишь, ПВПшка, ускоряшки. Ага, собрать моды и кайнозурская эра. Заходим в события и смотрим сразу же. Белая мгла. Отлично, без ограничений, даже, ребята, не обсуждается. Бежим сюда, сломя голову, и выбираем с тобой мамонта. Синтерацет. Как? Синтоцерас. Синтетоцерас. Твою налево, блин, пока выговоришь. Короче, ты понял, да? Синтоцерас. Поехали. Будем сейчас с тобой бомбашить их. Как ты понимаешь, у нас преимущество перед этим классом. Энтелодон, ты уж извини, но придется тебя кокнуть прям сразу же. Окей. Элосматерий выходит. Ну, это типа прародитель, так скажем, носорога, да? Похож. Ну, что ты сделаешь со своими 72 атаками? Ну, да, выпендрился, я не спорю. Выпендрился, на, тогда получи. По своему сусалу. На. Так, и выходит у нас кто? Архиотерий. Тот же самый, ребята, кабан, никчемный, который сейчас просто озвездюлится с двух плюшек. Все, довольно быстро и легко, и это мне нравится, потому что я обожаю, когда бои проходят моментально. Так, ну что, мамонт наш довольный, попрыгал, поскакал. Нам, кстати, надо было вот в этом поединке сделать немножко по-другому, взять разных животных. Так, ну кто нам здесь выпадет? Давай. Гигантозавр. Не самый лучший, ребята, вариант. Гигантозавр. Так, главная награда. Она уже открыта, да? Понял. Лига уже открыта. Ну что, ты будешь у нас? Нет, не хочет. Я уже не знаю, ребят, сколько мы ему раз пытались сделать эволюцию, и она все никак не закончится. Очень долго. Так, здесь у нас тоже, да? Стоит, выводится чувачок. Забрали. Ну что, глядим дальше, что у нас еще с тобой по событиям. Так, еще зубасти, хищники. Также монетки и погружение в бой. Ну что, поехали сюда, попробуем. Посмотрим, что у нас тут. Тираннозавр мод 2, не кисло. Супранотитан. Неплохо. И дилофозавр тоже мод 2. Да что ж ты будешь делать? Ну, здесь, друзья мои, а что мне не дай... Они не дают мне рептилий. Ты прикинь, вот этими я должен здесь драться. Ну, по их словам. Вот этим. Вот этим сбродом. Да нет, этого никогда не получится, ребята, у меня. Во-первых, победить. Еще зубасти, ага, конечно. Хищники 3. Пойдем тогда посмотрим, что за могучие деньги. Вот, вот это вот по мне, ребята. Диплодок. Это у нас травоядный. По нему плачет, я так понимаю, пирораптор. А по иритатору плачет. Подожди, нет, лучше мы сделаем не так. Лучше мы сделаем вот таким вот образом. А по иритатору плачет у нас кулазух. Да? Верно, верно. Все, поехали. Сейчас быстренько будем с тобой разносить в пух и прах. Я, наверное, сразу же сделаю атаку. Моментально. Давай. На, фиакадон бомбит хвостом по диплодогу. У того, как говорится, сломана лодыжка. Но он вроде бы еще стоит. Стоит и... меняется, да, тут внезапная замена пошла на иритатора. Тот стоит, дает ответочку моему динозавру хвостом, но мы не отчаиваемся. Мы с тобой, наверное, сделаем следующим. Атакуем, уничтожая тем самым иритатора. Да-да, друзья мои, смотрите, ликует, как говорится, у нас трибуна. И выходит диплодок, который сейчас тут же сразу же и отдуплится. Афиакадон очень довольный, он показывает свой оскал, показывает, на что он способен, и бомбит диплодока напрочь. Все, друзья мои, победа безоговорочная. Так что мы проходим в следующую лигу. А на следующей лиге мы сейчас посмотрим, кто у нас будет. А будет ли у нас там вообще кто-нибудь серьезный? Не знаю, давай глядеть. Так, пирораптор — это хищнец. Мы возьмем против него нундазуха. А против... карнотавра мы возьмем... да, в принципе, нундазух. Нундазух и там, и тут.
Отыграть мы с тобой, наверное, знаешь, что сделаем? Мы сейчас с тобой самого-самого слабенького. Вот, дилофазавра. Я надеюсь, ты понимаешь, для чего я его сделал. Да-да, правильно. Чтобы сделать быстрый откат и, соответственно, сделать три ускорения. Ну что, ну дозух. Жалко, конечно, сразу не сможет его вырубить, к сожалению. Не хватает у нас мощей. Ну да ничего страшного. Со второй попытки мы его ухоркаем. Так что, пирораптор, не радуйся. Тем более он тратит одно действие. Естественно, он берет блок. Один блок и одну, наверное, в бонус воткнул. Но бонус уже переходит, естественно, к Карнотавру. Нет, ничего, ребята, не перешло. У Карнотавра такие маленькие эти лапки, ты посмотри, передние. Вообще. Такое ощущение, что это в свое время какие-то были животные, над которыми нелепо делались эксперименты. Ну как так? Ну как? Зачем ему такие маленькие лапки? Вот объясни мне, для чего? Такая здоровая машина с такими передними малюсенькими лапами. Что он ими сделает? Да ничего. Понимаешь, ничего он с ними сделает. Так, хорош тут уже буянить. Давай, вон, справляйся там. Ну, а мы с тобой, естественно, дальше идем. И тут у нас, опять же, Ирритатор и Карнотавр. Ну, в общем, они меня вынудили взять Диплотатора. Что? А, ну да, конечно же. Да-да-да, я совсем забыл, поэтому мы берем с тобой еще одного слабачка. Вот, тут уже можно бесплатно сделать. Поехали. Дилофазавр, естественно, будет у нас здесь. Ну, просто так, для проформы стоять. Тут сразу выносим мы с тобой Ирритатора. Просто с удара. Такая плюха, а. Досталось ему. Выходит Карнотавр и ничего не сделает. Мощные задние лапы и передние никчемные лапочки. Смех. Все. Адьюс. Гуляй, Вася. Да, как говорится, гуляй, Михо. Ну, а мы с тобой получаем награду. Денежку. И я так понимаю, что нам надо идти на лигу. Нам надо идти на лигу. Так, ну по 80 тысяч это солидный куш. 130 очков доверий. Ай, красота, ребята. Совсем чуть-чуть нам остается, и мы с вами заработаем. Заработаем на этот голд пак. Так, сейчас мы с тобой глянем, что у нас по ежедневкам. Так, ПВПшка, ускоряшка, моды. Давай быстренько с тобой моды соберем. Ну, ты сам прекрасно знаешь, мы обычно делаем это за наши ДНК. Так, Дельта, давай, не жмись. Дай что-то такое, защиту какой-нибудь. Щит. Оу. Набор модов, супер редкий, спасибо. О, стальная шкура. Кровотечение, инстинкт убийцы и превосходство. Вот это я понимаю, ребята. Еще и 40 очков доверий. Шик да блеск, что я могу сказать. Поехали, еще разочек давай. Давай, 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 Дельта. Ну, второй раз, конечно же, можешь не ждать этого пака. Но, тем не менее, нам дают превосходство. Все, друзья мои, мы здесь. Хотя нам и не надо было, мы же и так уже сделали. Зачем я второй раз дубанул? Так, поехали с тобой в кайнозойскую эру. Погоди секунду, почему мы не сюда перекинули? Кайнозойская эра использует трех разных. Раз. Два. Ну, придется взять Гасториса. То есть два... А, подожди, подожди, подожди. Как отменить? Все, уже... Уже не отменить, да? Уже не отменить. Мне же нужно три разных, а я опять взял двух одинаковых. О, болван, а. Болван, балбис, звай как хочешь. Твою дивизию. Ну что ты, блин. Это же кто такой, ребята? Нифига себе. Элематерий. Это, видимо, он прокачанный такой, да? Да, вот тут он смотрится намного лучше, да, чем мой. Облезлый какой-то. Ну что, ему только менять... А, менять ему бесполезно, ребят. Ты хорошо подумал, парень, да? Я думаю, что ты ни хрена не подумал, и мы выносим этого Эрематерия к чертовой бабушке. Дальше выходит кто? Археофицион. 150 атаки, неплохо для новичка, но я его... Я его отправляю, ребята, в хлам, к праотцам. Потому что у меня сейчас сколько будет? Три? Нет, два. Ладно. 94 хп мы ему оставляем всего лишь. Ну
что ты там прыгаешь, кузнечик? Ну что ты, а? Все, добивка, я так понимаю. Должна быть добивка у нас. Ну и выходит хитрый лис. Эндрю Сарх. Собственной персоной. 5 очков, 113 атаки. Может уж атаки, по идее, да, если все сольет. Ну, я так приблизительно думаю, что должен. Да, у него получается это дело. Ну, а теперь смотри, что мы сделаем с тобой. Не-не-не-не-не, ты отдохнешь. Вот этого, пожалуйста, в студию. Рви. Вот так вот. Но опять же, нам не засчитает с тобой этот поединок, потому что я сыграл одинаковыми. Два одинаковых у меня было животных, а нужно три разных. Приз любителя. Вылетит сейчас игра, чувствую. Так, чуйка меня не подвела, и мы с тобой зарабатываем 2375 еды. Так, надо нам тогда опять сюда идти. Погоди секундочку, может быть, все-таки прокатило? Так, это у нас то, что... Нет, не прокатило. То, что мы в PvP сыграли, да, это сработало. А то, что тремя сыграть, это не прошло. Значит, берем этого. Дальше. Да господи, что ты тупишь-то, блин, а? Игра, бесишь ты меня вот, вот в этом плане. Что за... Ну, еле-еле, блин, продвигается. Давай, Дедикурус, иди сюда. Ребят, на победу даже тут не рассчитываю. Да мне, в принципе, она как бы и не нужна. Главное, отыграть трех разных. Трех разных животных в кайнозойской эре. Даже судя по тому, кого нам тут дали, в любом случае, победы не видать. Ну что, Келлинкен, будем с тобой бомбашить этого Элосматерия? Будем, конечно. Окей. Он сейчас поменяет. Снежные будут круче, чем вот эти вот тропические наши животные. Видишь, меняет. Дипротодон. Так, а у нас против дипротодонов идет очень хорошо вот этот, да? Давай, дядя Карус, ну фиг сделаешь. Идет. Мистер Йода, ё-моё. Ну? У него две, два. Что, он наказать не сможет пробить. Да давай, что там думаешь, три часа. Менять он тоже не стал. Так, ну что, будем пробивать или как нам лучше? Или сделаем вот так вот, чтобы уже наш, как говорится, слоник проклепал его по полной программе. Ну... Что ты там пыхтишь? Он меняет, ребят. Он меняет на Элосматерия. Допустим. Он знает, да, специально, что слоник мой будет наносить меньше урона здесь. Но этого мне хватит. Поехали. Бамс, готов. Дипротодон, 144 к атаке. Даже не знаю, ребята. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Пропишет, скорее всего, да? Не пробьет. А вот ему, по-моему, крышечка, друзья. Но нам придется чуть ли не все сливать тогда. Давай я вот так вот сделаю. Шатаем. И выходит олень. Гигантский. Слушай, по-моему, ему кранты. Келлинкен, ты сможешь его раздавить, а? Сможешь. Ну вот и славненько. Ну что, ребята, влупляем по полной программе. И уничтожаем. Ох, ничего себе, мой Келлинкен как там раздухарился не на шутку. Все, что я хотел, то и получил. Я вообще не рассчитывал здесь, если честно, на победу. Но, как видишь, получилось даже еще лучше. Ну что, крутанем, лишь бы не вылетел. У меня всегда на рулетке почему-то улетает игра.
Эх, лучше бы мне 300 очков доверия дали бы. И еще разочек крутанем и посмотрим, что нам здесь выпадет. Давай. Эх, нет. Блин. Было близко, было близко. Ну что, здесь наконец-то мы с тобой забираем награду. Ускорение мы с тобой обязательно используем. Ну а теперь, я так понимаю, можно смело идти вот сюда и драться за главный приз. Так, лига добытчиков, да, у нас с тобой. Ну что, я так понимаю, наверное, можно взять не очень сильных пока. Давай возьму, наверное, топижару для начала. Пастазуха. И, наверное, мне нужен хищник. Хищник, скорее всего. Давай возьмем, наверное, велосираптора. Ну что, посмотрим, кого мне дадут. Топижара, пастазух и велосираптор. Против. Ох ты. Слушай, ну противник не настолько силен. Я думал, будет бизоном просто каким-то. А он такой. Обычный рядовой. Даже не знаю. Ну тут, наверное, поменять, скорее всего, придется нам. 324 к атаке. А он на Лимноселиса, скорее всего, сейчас смахнет. Ведь смахнешь ведь, да? Смахнешь ведь. Смысла тебе нет атаковать меня. Конечно, смахнет, ребят. Ну и этому тоже крышка, в принципе, он ничего не сделает. Он здоровый, но тупой, как валенок. Все, гуляй, Вася. Так, выходит пара за Уралов. Ну что, тут уже нет смысла тебе. Даже аэротитан тебе здесь не поможет, вот, поверь мне. Я жалею только об одном, что я взял таких мощных динозавров на такую слабенькую битву. Ну давай, 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 танцуй. Все, сплясал. Теперь моя очередь. Тут достаточно сколько? Одного удара и плюс два бонуса. Замечательно, вылетел. Иди сюда, паразуролов. Тебе уже тут ну никак не выкрутиться. Ну никак, понимаешь? Даже если ты поставишь защиту 3, то я все равно пробью. Он атакует. Тогда уж атаковал полностью, что смысл-то? Оставлять себе одну очку, я не знаю. Погнали, ребята. 3000 урона нанесли. Ну что, победа. Сейчас посмотрим, будем ли мы с тобой перемещаться по лиге. Или перейдем вообще в новую. Мне кажется, вряд ли. Так, поздравляем. Да. 50-й ранг у нас пока. Ладно, но это только начало. Так, рулетка не подведи. Без... Блин, как бы я хотел... Да что ж ты... Вот два пака, нет, вот надо вот дать мне деньги, блин. Как будто я так в деньгах прям нуждаюсь, а? Ушлепки. Ну что мы тут с тобой сделаем? Ну давай попробуем сделать... Капразуха возьму. Аэротитана и... Анкилозавра. Ни одного хищника, но против хищников у меня идет как раз так капразух. Против травоядников пойдет аэротитан. Да. Немножко не угадал с расстановкой. Самую малость. Ну чё, давай так вот сделаем. Скалозавр. А он сейчас как раз будет менять, по-моему, на хищников, верно? Да, хищники ему здесь хорошую, как говорится, фору дадут. Допустим. Он еще и атакует. Вот это я называю, ребята, борзость полной категории. Ну что ж, давай я так сделаю. Мне, в принципе, анкилозавра не жалко нисколечко. Пускай его тут уничтожают. Ай, красиво. Так, у него одно очко, да, остается? Ну что, выпляем тогда. Вот так вот я сделаю и бонус. Пошел отсюда. Так, пирораптор тоже здесь особо не блещет силой. Так, сколько ему нужно тут слить? Три? Три атаки, да, получается? Ну и все. Все, 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 доигрался парнишка. Ну что, друзья, 85 у него всего хп. Вот этого будет достаточно.
На. Ну и выходит скалозавр. Любой расклад мы все равно выиграем. Ну тут понятно. Не знаю, зачем он именно 3 атаки сделал. Ну что, Аэротитан, даже ты сможешь его ушатать. Несмотря на то, что у него превосходство именно по классу. Вот и все. Вот и довыпендривался. Так, ну что, Аэротитан, хорош, хорош, хорош. Тут писать, выплясывать. Давай мы дальше пойдем лучше. Повоюем. Кто следующий? Так, мы вряд ли перейдем еще. Ага, восьмая позиция, ребята. Крутим. Как же я хочу легендарный пак получить. Ну, так тоже ничего, ребят. Хотя бы доллары. А, и очки доверия, да-да-да. Так, ну что, погнали дальше. Мы еще через бой с тобой перейдем уже в следующую лигу, по идее. Поэтому здесь можно взять Уайнозавра. Хотя его лучше, ребята, брать где-нибудь посерединке. Лучше здесь взять Тернандона. Нет, подожди, опять не то я делаю. Почему не то? Потому что, ну, противник еще не настолько силен. Вот Кетсу возьмем. Возьмем Кетсу, возьмем Тропиогната и возьмем Капразуха. Только сделаем немножко по-другому. Вот так. И, блин, и вот так. Ну давай попробуем, фиг с ним, Гуануинь. Пускай будет. Просто хочется глянуть. Лишь бы не легендарки. Ай-яй-яй-яй-яй, Диплотатор. Диплотатор. Так, ну что у нас тут? Тут, понятное дело, вот этого надо ставить. Он поменяет на Диплотатора. Я больше, чем уверен. Только хотелось бы узнать, сколько Диплотатор бьет на первом уровне. Прилично бомбит. Удалять он не стал, да? Ну-ка. Сделаем вот так. И бонус. Ну, что будешь делать? Менять? Будет менять, конечно же. На травоядника, скорее всего. Хе-хей. На травоядника он сменял. Ну что, будем завязывать, да, с этим охламоном? Раз, два, я думаю, что этого будет достаточно. Плюс бонус. Нет, этого недостаточно оказалось. Он поставил защиту, ладно, фиг с ним. Плюс ему нужно будет поменять сейчас, да? На Диплотатора, естественно, поменяет он. Так, у него две атаки. Если он сейчас все сливает. Странно. Ну что, тогда пробиваем, наверное, я думаю. Я все сливаю, друзья. Полностью. Ну-ка, отлично. Отлично. Минус Диплотатор. Правда, нам сейчас, по-моему, с тобой Тропиогната нашего тоже уберут отсюда, да? 6 очков, естественно. Сколько ему нужно? 3? 3 атаки? Да, и 3 у него остается. И 3 у него остается. Гуанлунь. Да, в принципе, Гуанлунь должен справиться, ребят. Поехали. Блин, да откуда же я знал-то? Ну, ё-моё, ладно, фиг с ним. Карнотавр, 64 атаки. Сколько нужно ему? Раз, два, три. 3 атаки минимум. И 4 в запасе остается. Это жирно. Это жирно, ребята, для него. Ну что, рискнем? Рискнем. Йоу, Не стал он ставить защиту. Почему-то, не знаю почему, ребят. Порой мне кажется, что это все-таки боты играют против меня. Так. Ну что, мы переходим с тобой в новую лигу. Выжившие. Да-да-да-да-да. Я зашел в лигу выживших. Крутим. И... Блин, не чтоб 100 баксов подарили бы мне, а?
А здесь уже противник будет посерьезнее, как мы знаем. Поэтому берем с тобой Тиранодона. Уайнозавра, наверное, да? И против хищника нам бы взять Ютирануса. Ну давай возьмем Ютирануса. Посмотрим. Хочется просто глянуть, кто здесь будет. Кстати, 46 уровень. Скоро-скоро вот получим, ребят. Еще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я не взял, блин. А у меня ни одного... Ни одной рептилии нету. Плохо. Это, ребята, очень плохо. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, поехали, атакуем. Аллозавр получил. Блин, у него там гибрид еще, ё-моё. Будет он атаковать? Нет, он... Во, как делает, суперзавра берет. Слушай, я, наверное, вот так вот сделаю. Зачем я сделаю так? Ребята, элементарный ответ. Мне нужно сфейлить. Сфейлить его и набрать себе очков бонусных. Вот и все. Атакует, прикинь. Вот это ты, парень, жестко. Вот это ты жестко. Ну ладно, давай, хлыщ, сейчас посмотрим, что ты будешь делать. Тиранодон в любом случае тебя убьет. Просто ушатает. Ну он должен, да, по идее, ушатать его. Нет, тогда Ютиранус все-таки. Переключаемся на Ютирануса. Окей. Раз, два, три. Я думаю, этого будет достаточно. И вот так вот сделаем. Да. Да чтоб тебя, ты посмотри, а. Фига, он подготовился, взял защиту. Ладно, хорошо. Ну что он там сделал со своими 86 атаками? Меняешь? Ну меняй. Карнораптор. Все, Карнораптору крышечка, друзья. Крышечка. Сколько? 400 там у него, да, атаки? Я думаю, этого будет достаточно. Погнали. Да, вырубим. Иди отсюда. Ну, и мы вернулись опять же к тебе, суперзаврик. И опять же ты взгрустнул. Да, я знаю, что ты попал, парень. По-крупному попал. Меняешь? Аллозаврика взял. О-о-о. Ну, давай. Все, на этом твоя удача, парень, кончилась. Я думаю, достаточно будет 3. На вот так вот. Гуляй, Петя. Я не отстану от этого суперзавра. Я его доконаю, доколупаю, ребят. 5 бонусных очков. Давай, сливай все. Все до последней копейки. Нет! И это его роковая ошибка. Мочим. Мочим, что есть мочи. Ты слышал? Ты слышал, где-то там первобытные люди кричали: давай, Рэй, давай. Я прям услышал. Не, вы не подумайте, что я там что-то глючу или еще что-нибудь. Это просто я прикалываюсь так. Да что ты делаешь-то, ё-моё. Хорош. Ну. Так, ребят, 54-я позиция, кстати. Худо-бедно вырываемся в топчик. И так, опять мясо. Ладно, фиг с ним, пускай будет мясо. Динозавры пока еще есть, поэтому продолжаем битву. Ну и кого на этот раз возьмем? В принципе, можно Фенокодона взять. Плюс анкилозавра. И Джетс. Давай попробуем такой командочкой. Я знаю, что у нас нет ни одной рептилии. Но тут выбор. Либо хищник, травоядник и летун. А у него рептилия есть. А у него рептилия есть. И это, по-моему, кулазух. Нет, это не кулазух. Это по-другому как его вызывает. Короче, давай попробуем сейчас. Здесь с ударом этого выносим. Велосираптор мод 2. Меня больше вот этот вот напрягает. Подожди, как же тебе? А, Диплокаулус, ну конечно же. Диплокаулус. Ну что он тут? Ну смотри, 92 атаки. У меня, смотри, сколько жизни. Фу, ему тут вовек со мной не справится.
Ну что ты, что ты, что ты? Пропустил ходок, ну и молодец, ну и славненько. Так, мы меняем с тобой вот таким вот образом. И, наверное, сделаем атаку. Он блок. Не стал, не стал блок ставить. Ну все тогда, парень. Остается у тебя лишь иритатор, который, ну что тут сделает? Ну пукнет разок, да и все. А, ну он может вырубить. Но ему придется все слить. Все четыре атаки надо будет сделать. Тогда, возможно, и победит. И он это так и делает, ребят. Я думаю, что даже мой травоядник сейчас его ушатает, да? Да? Нет, не будем мы так рисковать. Вот так лучше поменяем. И проверим. Все, ему крышка. Быстренько мы тут расшатали, да, вражескую команду. Красавчик. Он очень похож на какую-то ягуану, здоровую ящерицу. Прям как пить дать похож. Ну что, перейдем, нет? Ну, 29-я позиция, неплохо. Ну-ка, что нам тут? Да ёк-макарёк, может, издевается, а? Так, подожди секундочку. Кто у нас тут? Давай сыграем, фиг с ним. Ну, все, не успокоишься никогда, я смотрю. Все не сидится тебе. Я делаю это ради того, чтобы получить опыт. Чтобы нам как можно быстрее получить уровень. Замурчательно. Раз, два, три. Потрясающе. Ну, и осталось только получить комфортиш. Да ёк-макарёк. Что-то я задумался. Ну, в любом случае, мы его поймали. Опыт 220. Маловато, но тем не менее. Так, ладно, двигаемся дальше. Столкновение нам не нужно. Поехали. Кого здесь возьмем? Давай я возьму эрликозавра, метриконтозавра и... Чун-чун-чун-чун-чун-чун. Я думаю, что, наверное, эдиоморфодона будет достать. Ну вот кто будет первым ставить летуна? Вот согласись, кто? А вдруг он поставит? И у меня как раз тут эрликозавр. И у него, кстати, а ты посмотри, жучара какой, а. Но мой-то будет посильнее на 5 уровней. Вот так вот. Что мы сделаем? Мы бомбанем. Вот так вот. Он может бомбануть, но уже два раза. Ух ты, у него какой здесь. Слушай, нам нужно с тобой как-то реализовывать нашего эдиоморфодона. А он делает две атаки. Так, выводим. Он две, да? Он... Так, подожди-ка, сколько у нас там? Мы его выносим. Да. Иди отсюда. И у него алангозавр. О, щет. Ему надо будет две атаки сделать, и он меня ушатает. Две атаки, и я готов. Паршиво. Ну, давай, идем, Орфодон, выходи. Такс. Пропишем, попробуем. О, четенько. А вот это что такое у нас? Ну-ка посмотрим. Ох, ё, 371 атака. Не кисло. Совсем, друзья мои, не кисло. И он может даже вынести нас. И он, по-моему, так и сделает. А нам-то что теперь делать? Вырубим мы его, если все стравим. Да, вырубим. Отлично, ребята. Блин, ну он мощный, да, вот этот шитик. Все, 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 ленивец, успокойся, я знаю. Ленивый страус. Ну, теперь-то мы должны перейти. Да, конечно. Конечно, так нас туда и пропустили. Так нас там и ждут, блин, с распростертыми объятиями. Эх. Мне, чтобы дать редких убийц мне. Держи карман шире. Ну что, я, наверное, возьму алангозавры, тираннозавры. Нет, вот так вот мы, наверное, сделаем. Эниозавра. И нашего
Эдиуморфодона. Нет, лучше птеродактили. Поехали. Сейчас мы глянем. Летуны против, конечно же, рептилий хороши. Травоядники против летунов. Хищники против травоядников. Ну, то есть, все как полагается. Опа, у него тоже разносолочка. У него тоже разносолочка идет. Ну, тут уже, ребят, сразу же стегоцератопса мы убиваем с удара. А вот ихтиостега, по-моему, да? Это не есть гуд. Две атаки, если он пропишет, по 400. Он может вырубить сейчас нас. Проверим. Вырубит, скорее всего. Угу. Нет, так дело не пойдет. Нам надо вот этого брать. Нам надо этого брать и атаковать. Вот так вот. Ну и остается мод 2, да? Велосираптор. Да я думаю, мы его шлепаем сейчас. Да. Он потратил атаку. Даже если он делает защиту одну, все равно мы его пробиваем. Все. Легче легкого. Ну а как еще скажешь? Легче легкого. Ну а теперь-то мы перейдем. Или все-таки нет? Давай, 19. Ну что так медленно? Всего 7 ступенек мы поднялись, всего лишь. И... Ну конечно, ну зачем давать 200 баксов, когда могут дать тебе кусок мяса? Кинуть, типа, на, жри. Так, ну что, ребят, у нас заканчивается, как ты видишь. Наши динозавры. Это последний поединок на сегодня. Мне даже некого взять третьим, прикинь. Стоп, 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 тормози. Может быть, Афиакадона взять? Ну, давай возьмем его. Хотя, мне кажется, он бесполезен здесь будет в этой пачке. Ну, так, для веса. Надо смотреть, кто у противника. Оу, не очень красиво нам попадается, ребята, первый травоядник. Но, ну что но. Ну вот так вот мы сделаем. Ну он уже, наверное, понял, что он попал, да? Ваш ход. Конечно, мой ход. Мой ход, и я вырубаю тебя, парень. Отлично. Ну, поэтому вообще сам Бог велел бомбить по-жесткому. Или он все-таки парауроза... Подожди, как? Паразауролофа, да? Да, по-моему, так. Будет менять, скорее всего. Но это тупо атаковать, 24 атаки всего лишь. Вот, видишь? Паразауролоф. Он взял его. Ну, что я могу сделать? Могу бомбануть, друзья мои, по полной программе. Да, и выносим. Шикарно. Ну, Капразуха, уж извини, все. Тут тебе уже ничегошеньки не поможет. Вообще ничегошеньки. Просто я сейчас сделаю супер-пупер свою атаку и распетрушу тебя. На. Бинго, друзья мои. И вот теперь, я надеюсь, мы все-таки зайдем с тобой в новую лигу. Давай, не скупись, игра. Не надо. Ну, что-то я не понял, перешли или нет? Блин, там целый ряд вот так вот шел просто паков на любой вкус и цвет. И нифига, ребята. Нет, я до сих пор в Лиге Выживших, 12 место, почему-то даже не сдвинулся. Странно. Очень странно. Так, а мне что нужно сделать-то там еще? А, ускоряшки. Я что, не завершил, что ли, еще? Должен был, должен был. Давай-ка мы с тобой сделаем вот так вот, например, да? В столкновение зайдем и вот здесь вот промотаем в самый хвост. Да иди ты. Хочешь сказать? Ладно.
Не то. Сколько нам вот здесь понадобится? 36, ну давай здесь завершим. Да неужели, наконец-то. Наконец-то он, друзья мои, прокачался. Астафрикозавр. Ну что, поздравляю. Забираем награды. Забираем наш пак. 35 долларов и 380 ДНК. Вот так вот. Плюс 95 очков доверий. Отлично. Так, еще что-то мы тут с тобой завершили. Раз. И два. Так, боссы, боссы. Заведите существ. Ого, саламандры. А не было же такого саламандры раньше. Саламандра 16 и Валькирия 77. Заведите еще двух, главное, существ. А как мне его завести? Вот сколько он стоит? Где же его как-то можно купить, приобрести? Сколько там не хватает? Ой, ё-моё, еще... Еще 7 тысяч копить. Очень долго, друзья. Так, ну что, мы зато можем с тобой сделать... Поставить сейчас на эволюцию. Блин, я уже не помню, кого мы хотели с тобой... По эволюции-то прокачать. Ё-моё. Кого же мы хотели с тобой прокачать? По-моему, тропиогоптера с кем-то, да? Вроде бы. Так, давай-ка посмотрим. Так, летающие. Тропиогоптер у нас с кем вообще скрещивается? Да подай, да блин, да мне... Мне не надо сделать эволюцию, мне надо посмотреть. Так, ты кто у нас? Эдиоморфодон. Говорит, кто-то мне скрещивает их. Не, ребята, мне с двумя сейчас намного комфортнее, я так больше прохожу противников. Вот. Тропиогнат, так, гибрид с кем ты у нас? А, вот он. Так, нам нужно еще прокачать. А для этого нам нужно... Блин, для этого нам нужно дофигища их, да, получается? У нас всего лишь один. У нас всего лишь один такой. Ага. Два, это получается. Это десятка будет. Десятка и десятка. Двадцатка, двадцатка и двадцатка. Тридцатка. Да, получается. Так, это кто у нас? Ну, тебя можно поймать вручную. Ты не настолько крут. Раз, два, три. Здорово. Давай дальше. Раз, два, три. С таким хохолком мне напоминает он какого-то попугая. Ара. Знаешь, есть такой попугай Ара? У него такой же хохолок. Вообще, попугай Ара очень такой, довольно умный попугай. Ну что, идеальная поимка. Мы с тобой 220 опыта плюс 5 ДНК. Еще и здесь что-то заработали. Так, покажи. Ну что, забрали. Так, еще у нас, кстати, с тобой здесь на рынке, оказывается, есть... О, деревянный мост и колесо обозрения. Ну, колесо обозрения, ты понимаешь, это просто как бы украшение, которое будет приносить нам определенное количество денег. А вот деревянный мост, это, естественно, умножение для наших питомцев. То есть это привлечение нашего дохода. И вроде бы как... Подожди, не вроде бы как все. Что-то мы с тобой спешим. Где у нас этот тропиогнат? Куда мы его? Блин, как вот меня вот это вот раздражает все время высматривать. Куда мы его засунули? Тут кто у нас? Это джунгариптор. Джунгариптор мне пока вообще не нужен.
А, ну мы не можем сейчас ничего сделать, потому что у нас еще в инкубаторе выводится. Короче, нам нужно там 10, 10, 20. Еще нужно, ребята, будет двоих. Двоих на выводку делать. Ну что, давай тогда на суто цератопса будем скрещивать. Пускай он тут делает эволюцию. Все. Ну, а мы с тобой на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!